Привет, народ YouTube. Сейчас мы рассмотрим модуль электронный X2 5 вольт USB DC-DC. 3,98 оценили это чудо китайской промышленности. Их у нас оказалось две штуки. Так, сейчас мы, наверное, сразу обе и вскроем. И обе и проверим. Так, вываливаем, высыпаем. Значит, таким образом выглядит этот модуль. Смотрю, тут транзистор какой-то стоит. Это кнопочка одна, вторая. Вот так правильно содержать. Тут у нас конденсатор один, второй. Здесь USB, естественно. А сюда мы подключаем напряжение. Немножко мусор. Тут у нас что за микруха стоит? Блин, под каким углом захавать? Вот, надеюсь, видно. Качество приемлемое. В принципе, вполне хорошее. Видим тут минус, тут у нас плюс. Тоже, чтобы не попутать, переменка тут не годится. И видим тут 5 вольт, а с этой стороны минус. То есть, если вы не хотите непосредственно сюда подключать, можно достаточно припаяться. Вот сюда припаяться, тут плюс, тут минус, вы получите те же самые 5 вольт. Так что, пожалуйста. Сейчас мы это дело все проверим, подключим от блока питания, подадим напряжение и будем снимать с другой стороны. Итак, мы имеем 12 вольт аккумулятор и проверяем наше устройство. Имеем прибор, с помощью которого будем проверять. Так, смотрим, чтобы мы тут все правильно подсоединили. Сверху плюс, снизу минус, минус черный, светлый плюс. Все нормально. Тут можно подключать от 5 до 40 вольт. Выход у него в районе 2 ампер обещают. Ну вот контроль, пожалуйста. 12,5 вольт входит. Так, поклацаем. Все дело потухло. Загорелось. То есть это получается у нас включение-выключение. Нижний у нас. Включение-выключение по ходу этого 5 вольт. Ладненько. Включаем прибор наш и проверяем наличие напряжения. Так, тут надо осторожненько, чтобы не позамыкать, хоть у него и есть защита. Вот, выход у нас, видим, 5 вольт. Давайте поклацаем. Все выключилось. Все включилось. Я думал, он тут на выходе тоже будет показывать напряжение. Ну, допустим, я нагрузку дам ему там 1,5 ампера. Откуда я буду знать, сколько ампер? Не буду знать. Так, это у нас по входу контроль идет по питанию, как вы видите. Показывает 12,5 вольт. А этой кнопкой мы засвечивается индикатор. Включаем 5 вольт на выход. То есть включается сам стабилизатор. Вроде как бы и все, да? 5 вольт мы видим есть. Теперь давайте подгрузим. Чем мы подгрузим? Что нам не жалко? Так, грузанем сейчас вот этим эквивалентом. Выставляем здесь у нас. Есть 1 ампер и снизу 2 ампера. Кому не знакомая вещь, я оставлю в описании. Итак, мы нагрузили 1 ампером, у нас напряжение 4,95, вот оно, и 0,94 ампера, напряжение упало 12,3, даю 2 ампера, 1,8 ампера, 4,91 напряжение, 12,1 просадилось.
Так, щупаю. Микруха греется. Не, диод греется. Ау! Микросхема тоже греется. Блин, все греется. Ладно. Тут вам, наверное, не было видно, но все грелось. Вот это греется, вот это греется. Но это диоды у нас, походу, это стабилизатор. Какой-то он слишком маленький. На 2 ампера, скажем, я бы его не советовал подключать. Если вам не жалко своего гаджета, который вы будете заряжать или питать. Радиатора нету. Вот эта микруха, вот этот стабилизатор греется. Ну так, в общем, держит свои практически 5 вольт, ну как и все блоки питания. Зарядное устройство, скажем, вот такого характера. Вот примерно такие адаптеры для зарядки тоже выдерживают свои нагрузки. Так что, в принципе, могу, если так, на 1,5 ампера, то вполне приемлемая вещь. Думаю, все, мы испытали, проверили, грузанули. Все на этом. Спасибо всем за просмотр. С вас, как всегда, лайки, комментарии. А с меня новые видео. Жду ободрения и до новых встреч.